Всем привет! С вами Айка Бум и очередная распаковка ваших любимых бумажных сюрпризов. Естественно, я к вам с новинкой. Огромной новинкой. Здесь 12 пакетиков. Коллекция называется «Мои маркеры». Эта коллекция у меня уже была, когда я снимала видео, что нужно для видео. Вот в этой коллекции тоже были маркеры, точно такие же. Я решила сделать отдельную коллекцию, почему нет, смотрите, сколько пакетиков. Здесь 14 пакетиков, поэтому коллекцию мы распаковывать будем очень долго. Так, давайте возьмем один. Здесь все самые мои любимые. Вы тоже можете купить эти цвета, потому что они невероятно крутые. Давайте розовенький возьмем, мне он больше всего нравится. Новинка из прошлого видео, расчески. Осталось 5 расчесок, оказывается, эта коллекция вам очень понравилась. Я очень сомневалась, кстати, думала, что наоборот вам не понравится. Давайте возьмем вот эту расческу. Куколки Лол, осталось всего 2 пакета. Давайте в этот раз возьмем эту, и в следующем видео мы, к сожалению, закончим эту коллекцию. Айфончики. 2 белых айфончика, поэтому хочу опять взять белый. Back to school. Так. Давайте вот этот. Шкатулка с украшениями. Мне кажется, эта коллекция вам понравилась меньше всего. Это, конечно, меня расстраивает. Давайте этот. Брендовые сумочки. В прошлом видео я вам сказала, что прошлую сумочку никто не отгадал. На самом деле я ошиблась. Есть девочка, которая отгадала. И я ей обязательно передам привет. Так. Давайте посмотрим, сколько у нас пакетиков на распаковке. В последнее время я снимала мало видео, поэтому этот каталог нам кажется бесконечным. Он у меня уже достаточно давно, и никак я его не закончу. Хочу начать с коллекции расчески. В прошлом видео нам попалась вот эта расческа. Посмотрим, что попадется в этом видео. Вроде недавно рисовала эту коллекцию, но я не помню даже, что здесь было. Представляете? Вау! Кое-что интересное. Вот такой принт интересный. И украшение здесь должен быть Гарфилд. Вот. Давайте сначала приклеим Гарфилда. Пишите в комментариях, катались ли вы когда-нибудь на воздушном шаре. Я никогда. Расческа готова. Немножко, правда, здесь получилось криво, но ничего страшного. И вот так вот все расчески будут друг на дружке. Мне кажется, прикольно получается. Дальше хочу открыть коллекцию Back to School. В прошлом видео нам попался вот такой телефончик, который мы кладем в кармашек. Надеюсь, что в этом видео тоже попадется что-то в рюкзак. Под номером 1 нам попалась тетрадка. Но тетрадка необычная, она вот с такой пересыпашкой открывается. Я люблю делать сложные наклейки, правда, очень много времени уходит, но зато интересно распаковывать. Это наша первая тетрадка. Обязательно, когда мы идем в новый учебный год, мы покупаем тетради. Без этого никак. И вот такой зеленый маркер-штрих под номером 5.
Я когда ходила в школу, обожала закупаться канцелярией. Да и что греха таить, сейчас тоже я обожаю покупать канцелярию, и в ближайшее время планирую снять для вас влог, как я иду покупать канцелярию для бумажных сюрпризов. Если вам интересно, пишите в комментариях, засниму вам тоже. А тетрадка у нас вот так открывается и закрывается. Шкатулка с украшениями. Это те самые сережки. Помните, я вам говорила, что у меня умерла бабушка? И эту новость я узнала, когда рисовала бумажные сюрпризы, а именно эту коллекцию. И я дорисовывала эти сережки, когда мне позвонил брат и сказал, что бабушка умерла. Поэтому у меня очень неприятное ощущение с этими сережками. Вот я их держу в руках, и у меня что-то такое негативное. Под номером 2 наклейки их мы приклеим сюда. Теперь я хочу вам показать новинку. Да-да-да-да, мои маркеры. Очень много маркеров, аж 14 штук, а это значит, что эту коллекцию мы будем распаковывать очень-очень долго. Но я только за. Нам попался маркер под номером 7 в оттенке 183. Он такого небесно-голубого оттенка. Очень хороший цвет, такой нежненький. Приклеим его сюда. Всего у меня маркеров около 400 штук, но здесь будет 14 моих самых любимых оттенков, которые вы тоже можете приобрести. Дальше у нас здесь ничего нету. Я планирую сделать новую коллекцию, но пока не начинала. Мы совсем забыли, правда, этот пакетик. Хорошо, что я увидела этот разворот и вспомнила. Последний пакетик из коллекции «То, что я люблю». Нам попался принт леопард. Я его просто обожаю, рисую его очень часто. Одежду всякую с принтом леопард. Поэтому его мы клеим сюда. Чуть не забыли, видите как? Я стараюсь вообще очень аккуратно быть с бумажным сюрпризом, чтобы ничего не потерять. В общем, такая коллекция. Это первая страница. То, что я люблю спать, заказывать Шейн, фастфуд, мой любимый мультик детства. И сейчас я могу спокойно смотреть смешарики, любимая валюта доллар, все люблю оплачивать картой, обожаю кроссовки и принт леопард. Куколки лол. Осталось последние два. Платьишко с принтом яишенка. Вот такое украшение на платье. И сумочка от Dior. Правда, сумочка не очень помещается, как ее поместить. И осталось у нас всего два пакетика, айфончики и брендовые сумочки. Начнем, пожалуй, с коллекции брендовые сумочки. Хочу передать привет Миланке Бум. Я совсем забыла, что она действительно угадала эту сумочку. Тебе огромный привет. И очень много людей отгадали эту сумку, она от Шанель. Оу.
под номером 9 сумка. Все сумки попадаются с этой страницы, кстати. Вот такая сумочка. Мне кажется, это очень просто. Это просто бестселлер. Готово. Смотрите, какие красивые сумочки получились. И последняя коллекция айфончики у нас осталась. Вот сюда. Что-то интересное. Вот такой чехол с чупа-чупсами. Самое главное приклеить аккуратно и ровно. Такой аппетитный чехол, прям так и хочется его съесть. И на этом, к сожалению, все. Если вам понравилась новиночка и вообще моя распаковка, обязательно пишите в комментариях. Буду стараться почаще снимать для вас видео, если буду видеть хороший актив. А с вами была Айка Бум. Всем пока!